Всем привет, дорогие друзья, с вами Вурм, и сегодня вторая часть Тикета. Как вы помните, в первой части я нашел остров этот, и сюда приехал, приплыл, и делаю тут, накопаю себе тут ресурсы. А развиваться мы будем с вами на любом из этих островов, потому что у меня есть к ним любой доступ. Сейчас мы тут докопаем меди и поплывем на остров. На наш забытый остров. Не, я его назову Тикетом, потому что это оригинальное название этого модпака. Еды у нас есть, у нас два железа. Чем мы будем искать такую шахту, которая будет углубляться вниз? Сейчас на карту посмотрим. Так, 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 там я был. Вон туда мне надо будет в ту сторону сходить. Вот так вот даже. Да, дорогие друзья, тут такой получается тоже остров. Подожди, ой, нет, сюда... Вот такой получается тоже остров. Зима. Довольно-таки нормально. Вон, вы видите уже столб нефти. Это нефть из билдкрафта. Еды у нас мало. Надеюсь, что выбью еду из этого дерева. Сейчас, дорогие друзья, я немного повешу АФК. Мне надо кое-что сделать. Так, вот, открыть. Да, вы посмотрите на мой скин новый. Сейчас я вот так сделаю. Закрываем. Да, тут еще есть... как его? Галактик Крафт. И сейчас скажу по модам, пробегусь быстренько так. Сейчас подождите, какая раскладка языка. Русский. Я не забыл, как мод называется. В описании я напишу все моды, которые тут есть. Сейчас, может, вспомню, скажу. Да, тут есть Ender Storage. Вот этот мод я планирую удалить. Или оставить, не знаю еще. Ой. Зомби, 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 зомби. Крипер. Крипста, 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 крипста. Беги, 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 беги. Да, я единственное боюсь то, что крипста взорвется у меня. Я не хочу портить лав. Но все-таки он взорвался. Да, но мы тут подровняем потом немного, потому что мы не знаем, где мы будем развиваться. Да, меч мне делать неохота. Там еще скелет, он. Сейчас я поем. Подлагивает почему-то. Нет, надо еще. Курочку мы убьем. Нет, оставим. Их так. Да, вон там, в той стороне мой остров находится. Пустыня? Пустыня, 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 пустыня там. Дорогие друзья, я думаю, вы понимаете, что значит пустыня для Industrial Craft. Пустыня это кактусы. Кактусы это нитки, но это не пустыня. Кактусы это нитки зеленые и зеленый краситель. И нитки помогают, которые из кактуса делаются для водонепроницаемых труб. Они в ту очередь не пропускают воду, лаву и остальное. А вот, то есть остров продолжается, зима.
Там мы видим первый портал. Портальную дверь, даже так можно сказать. Да, тут побегаем и немного поиграем. Гостей мы не будем звать. Это будет такой одиночный летсплей, примерно серии 50. Наверное. Точно обещать не буду. Но примерно серии 50 будет. Дайте я вот так сделаю, так будет быстрее рубиться. Конечно, чем. Я просто вот эти два блока, они быстрее срубятся, дерево, вот оно, наши 2-3. 2-3 блока они быстро. Так, семена есть. Сейчас первым делом, когда придем сначала, мы будем развиваться на острове, дорогие друзья, потому что там нет мобов. Там на том маленьком островке. Я еще не знаю, я еще не придумал, не подумал, не обдумал. Пока что мы будем ходить везде, добывать все ресурсы, которые мы видим. А потом уже начнется строительство дома. Да, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы отписались, где мне следует строить дом, потому что мне это очень важно. Потому что и там место хорошее. Да, просто на острове мы потом как-то сделаем железную дорогу, придумаем под водой. У меня это уже так кое-как в голове отобразилось. Ну, будет интересно в любом случае, потому что мы тот островок тоже задействуем для себя. Да. Сейчас я посмотрю, стоит тут ли один мод такой хороший. Так, сейчас посмотрю. Компьютер крафт. Будем разбираться с компьютер крафтом. Мониторы всякие. А тут индустриала нету, это плохо. Плохо. Ладно, тогда мы что-нибудь придумаем. Слетаем на Луну. Тем не менее, я думаю, тут будет индустриал. Будем заморачиваться тогда с проводами. Потому что в индустриале тоже там заморочка всякими проводами, проводка. Я люблю индустриал, это мой второй мод, который я люблю. Первый мод — это ванильный Майнкрафт. Да, это не... Да, это мод, скорее всего, потому что... Когда я поиграл в Майнкрафт, я понял то, что просто без мода в него играть скучно. И в одиночке я играл, конечно же. Потом я купил лицензию. Сначала я играл на пиратке, чтобы смотреть, нравится мне ли эта игра или нет. Потом я купил лицензию. И мне Майнкрафт стал нравиться намного больше, так как там появились у меня мини-игры всякие. Да, еще я никак не могу записать для вас, как вам, такую игру, как Голодные игры. Я их пытаюсь записывать, но никак не получается. Это очень печально, дорогие друзья, так как Голодные игры мне очень нравятся. Это самые прикольные игры. Это самый прикольный мод, скорее всего. Да, но это не мод, это плагины. Это все сделано через плагин. Да, сколько у меня саженцев? 13, это хорошо. Да, то есть, смотрите, вот тут можно будет такую площадку сделать. Сейчас я облака подниму еще или наоборот выключу. Так, настройки графики. Да. Облака выключены. Да, просто без облаков будет лучше играть, потому что... лагало только что. Ладно, вот тут такая прикольная долина получалась, ну, сгенерировалась. Вон там у нас еще не прогрузилась в ту сторону. Да, идут, то есть я в пустоте, просто ничего не видя. Да, еда у нас есть, но лучше сейчас вернуться домой пережарить. Кобблстоуна камня у нас хватает. Да, я думаю, на сегодня это последняя будет у меня серия.
И на этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Сейчас дорублю дерево. Сейчас, дорогие друзья, подождите, так будет быстрее. Верхние срубим. И вот эти срубим. Так, да, почему стал рубиться по одному? Потому что топор стал заканчиваться. Вот, вот, идеальная равнина. Вот идеальная равнина, самая идеальная равнина. Немного надо будет подровнять, но это уже совсем другая история, дорогие друзья. До встречи. До свидания. Пока.